Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Трамп подготовил план о прекращении войны на Украине. Кандидат президента США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, проинформировал в частном порядке влиятельных членов Республиканской демократической партии о том, что он намеревается по приходу на права хозяина в овальный кабинет положить конец украинскому конфликту. Трамп, по данным американских журналистов, уже заготовил план прекращения войны на Украине. Он довольно прост и заключается в том, что Трамп планирует надавить на Зеленского и вынудить его отдать Путину какие-то территории. Какие точно, Трамп пока не решил. Для него не суть важно, какие именно. Главное для Трампа усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным и заставить его, Зеленского, договориться о мире. На Путина Трампу надавить будет объективно трудно, а на Зеленского не составит труда, учитывая критическую зависимость киевского режима от американской финансовой и военной помощи. Американские журналисты считают, что начальное предложение Трампа будет заключаться в передаче России Крыма и Донбасса. Указанное предложение примет Зеленский, поскольку он сам ранее заявлял о готовности вернуть Украину границам февраля 2022 года. На тот момент киевский режим не имел контроля ни над Крымом, ни над Донбассом. Первое предложение Трампа, однако, будет отклонено российским руководством. Ранее помощник президента России сообщал, что западным переговорщикам и киевскому руководству придется свыкнуться с геополитической реальностью и, в частности, с тем, что Россия в ходе спецоперации освободила 4 области Украины, от которых она не собирается отказываться. Американские эксперты склоняются к мнению о том, что Трамп будет не против признать за Россией права на освобожденные территории. В целом, подход Трампа к поддержке Украины кардинально отличается от позиции Байдена. Действующий президент активно поддерживает накачку Киева западным оружием и в том числе на безвозмездной основе, тогда как Трамп является ярым сторонником перевода отношений с киевским режимом сугубо в кредитную плоскость. Трамп ранее в интервью Washington Post заявлял о своем намерении отменить решение Байдена об оказании военной поддержки Украине в первый же день своего президентского правления. Друзья, сегодня в закрытом телеграм-канале в 21:30 по Москве выйдет материал на тему «Страны Европы готовятся к развалу ЕС и войне друг с другом». Подписаться на закрытый канал можно по ссылке в описании под этим видео.